Мы находимся на первой улице Когалыма. Именно здесь располагается одна из достопримечательностей города. Бюст Степана Повха, установленный в сквере его же имени. Этот человек был знаменитым буровиком, в числе первых, приехавший осваивать богатство Западной Сибири в июле 64-го. А знают и помнят ли когалымчане, кем же был этот человек? Помните ли вы, кем был Степан Повх? Степан Повх? Ну как кем был? Нестяником великим был. Не знаю, честно скажу. Вы не местный? Местный. Но я с ним не виделся, не встречался, потому и не скажу. Мастером буровой бригады. Один из первых людей, кто в этом городе начинал развивать нефтяную промышленность. Я только приехал недавно, поэтому не скажу, не знаю. Для тех, кто не знает или забыл, напомним. Этот человек был прирожденным нефтяником. Зимой 69-го бригаде Степана Ананьевича было доверено дело государственной важности – пробурить первую Самоторскую скважину, которая стала одной из крупнейших в стране. Сомнений в том, что его команда с задачей справиться не было, и нефтепромысловый колодец номер 200 2 апреля 69-го был благополучно подключен к сети. Неутомимый труженик любил то, чем занимался, и подавал большие надежды. Но жизнь распорядилась иначе. Степан Повх трагически погиб 5 июля 1972 года на реке Вах. Его лодка столкнулась с бревном. Нефтянику тогда было всего 42 года. Молодой и перспективный, за недолгие годы работы в Западной Сибири успел зарекомендовать себя как профессионал и покоритель таежной земли. Поэтому при градостроительстве, когда пришло время дать название первой улице, ее решили посвятить именно Степану. А в 2005-м на 20-летие Когалыма поблизости соорудили сквер, центр которого украшает бюст знаменитого буровика. Чтобы люди знали и помнили, как все начиналось. Анна Корязина, Николай Сапожников. Специально для новостей.